Ну, уже все рассказали и подвели. Я от себя хочу сказать, что поздравляю команду с победой. Спасибо команде соперника за тот футбол, который они нам предложили. И на самом деле такой плоховский футбол. Счет серии 1-1. Мы переезжаем в Новосибирск. Сегодня мы не имели права перед нашими болельщиками сыграть, оступиться, так будем сказать. И мы как бы это понимали. И ребята молодцы, я за это им благодарен, что они все прониклись этим и сыграли сегодня именно так, как и следует играть в матче плей-офф. Хотелось бы еще в завершении поработать, в завершающей стадии, то есть когда голевые моменты, чтобы мы эти моменты еще реализовывали, но тут как бы это все, я скажу, что это мастерство еще раз. И забивать, нужно забивать моменты. Да, у соперника были тоже моменты, хорошие моменты, когда они могли выровнять положение. Но сегодня в нашей стороне была удача, естественно, как все вы знаете, прекрасно, удачу нужно заслужить. Поздравляю еще раз команду нашу с победой, болельщиков с победой.